Премьер-министр Чувашии Иван Моторин вернулся из служебной командировки в Москву и Сыктывкар. Три основные темы поездки – перспективы развития Чебоксарского ликероводочного завода, участие города Канаш в программе «Моногородов» и заключение соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми. Состоялась рабочая поездка в Москву и в город Сыктывкар. Это было связано с работой ликероводочного завода. Была встреча с представителями Росспиртпрома и обсуждалась вопросы работы Росспиртпрома на вторую половину года. Руководство Росспиртпрома проинформировало о том, что завод планирует стабильно работать и в ближайшее время уточнит показатели предприятия на второе полугодие. И обсуждался вопрос с фондом моногородов о вынесении нашей заявки, это по городу Канашу, на ближайший попечительский совет, который планирует состояться в конце марта текущего года. Поездка в Сыктывкар была связана с обращением правительства Республики Чувашия по подписанию соглашения с Республикой Коми, которое планируется заключить в 2016 году, и обсуждались ориентировочные сроки поездки. Они увязываются с 95-летием образования Республики Коми, которое планируется летом текущего года.